Товарищ инспектор, здравствуйте. 78-1070. Товарищ инспектор, идите сюда. 78-07-38. Будьте добры, ваше удостоверение, покажите, пожалуйста, в развернутом виде. И вы ваше удостоверение покажите в развернутом виде. А? Покажите ваше удостоверение, так как вы нас остановили. Представьтесь, пожалуйста, когда к вам обращается гражданин. Удостоверение покажите ваше. 78-10-70, покажите ваше удостоверение. Мы, какая вам разница? Мы граждане. Удостоверение ваше покажите в развернутом виде. А где оно у вас? Пойдемте. Ваше удостоверение. Как вас зовут? Можно прочитать? Так, так, так. Капитан полиции. Ко мне обратились, так что ваше удостоверение в развернутом виде. Давайте, товарищ инспектор. А почему вы без удостоверения? А вы кто такой? Вы товарищ инспектор, удостоверение покажите. Вы инспектор? А вы инспектор? Какая вам разница? Нет, вы в форме инспектора со значком. Нет, товарищ инспектор. Фамилия ваша. Фамилию как ваша? Фамилия ваша. Фамилия ваша. Ваша фамилия. Я по-другому, значит, разговариваю. Товарищ дружинник, на каких основаниях на вас одет жетон? Вы товарищ дружинник. Фамилия. Удостоверение покажите ваше. Фамилия какая? 02, звони. Куда уходит, Леша? Почему у вас дружинник работает со значком? Со значком? Товарищ инспектор, где его удостоверение? Удостоверение его где? Найдет удостоверение. А он не дружинник? Он не дружинник? Говорите сразу честно, потому что вы же попадете. Но мы и так все знаем, что и как происходит. Можешь не зайти посмотреть в шкафчике, где у вас класс стоит? Да. Вот теперь давайте мне, пожалуйста, расскажите, что на самом деле здесь происходит. На каких основаниях у вас дружинник работает с жетоном? Мы это уже все засняли, уже бесполезно. Чего? Зачем вам врать-то? Смысл какой? Значит, пускай он выйдет сюда и признается. Вам. Если это действительно так. Если это подтвердится, почему подождите? Нет, а чего? Леша, ждать? Леша, а теперь иди сюда. Кашкай его перекрывай нахер. Чтобы он не свалил отсюда. Кашкай его заснимем. Стой здесь, слушай, стой здесь, снимай, я Кашкай его сниму. Вот он. Леша, садись за руль, Кашкай перекрывай. Кашкай дружинника. Перекрывай, ставь боком, чтобы не свалил. Да, здравствуйте. А можно вызвать сотрудников ДПС, сюда полиция? Какой у вас адрес? Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ инспектор, адрес у вас какой? Пулковское шоссе. Пулковское шоссе? А? 13 километров. 13 километров. Пулковское шоссе, потому что хочу. Что? Здесь конфликтная ситуация. Занимаетесь мошенничеством. Кто мошенничество? А вот как так у вас стоит дружинник с жетоном с настоящим и отказывается нам показывать удостоверение, которого у него нету? А так пойдемте посмотрим его удостоверение. Леша, возьми, пожалуйста. Вы нас отвлекаете, мы занимаемся. Так пойдемте, товарищ инспектор. Я никому ничего не обязан. Нет. Нас остановил инспектор, мы просили у него удостоверение. Пойдемте посмотрим. Вы сейчас меня отвлекаете от моего удостоверения. Вас тут не было. Вы сидели, пили чай. Машину. 3 часа. Пили чай. Зачем вы гостяки видите? Вот. Подождите, я с руководством связываюсь. Да, еще один вид, инспектор, сейчас дружинник. Подождите. А какой же у нас так? А где второй? Второй-то дружинник. Знак красивый. Ну, знак красивый. Где второй? Второй 07, там 10, у нас все записано. Где второй-то? Я можно пока на секунду? Второй инспектор, где, который нас тоже остановил, подошел к нам, обратился. Вас останавливал. Я второй по форме с жетоном. 78-10. Подождите, если на пост... 78-10. Подождите. Вызвал 02? Да, сейчас принят, ответственность. Вы вызывайте старшего пока сюда, 3-го батальона вашего. Вызывает. Это что такое? Вызывает. Вызывает.
Вот вас, понимаете, вас не было. Нас отработали. Ну, сейчас к ним приезжают, вот, в состоянии вот опьянения люди. Они подскажут, чья машина стоит в поста. Получается, нам показалось, что было три инспектора. Я еще раз вам говорю. Вас двое. Значит, сколько вас еще раз объяснять? Ну, вас двое или трое у вас было? Двое инспекторов и один дружинник, правильно? Пожалуйста, если ко мне какие-то вопросы есть? Есть. На каких основаниях какая-то непонятная машина стоит за постом? Вот, нет, вот, вот, черный. Чей это? Чей это? Больше кого-то из сотрудников. А че? Вот ваши двое. Ну не мой. Саша, позволяйте. Ваши тоже могут быть в розыске. Разрешите проверить. Наша? Да. А, да проверяйте, проверяйте. Я слышал, что вы мошенническими действиями много чего творите. Я? Ну, я вот вас слышал в крае муха. Правда, я не придаю много значения. Ну, да, конечно. А что вы слышали, ты можете сказать? Ну, я не знаю, точно, по-моему, вас где-то побили кто-то, да? Ага, да, разговор. Да. А при чем тут мошеннические действия? А что там было побили? Да. Товарищ инспектор, а расскажите мне о моих мошеннических действиях. Ну, меня побили, это же не мошенничество. Я не знаю. Не буду утверждать. А следствие установило уже факт. Здравствуйте. Я тоже вам сразу представлюсь. Кокорин Георгий Михайлович. А вы командир? Командир 4-го взвода. Командир. А как бы нам начальника было? Начальника? Да. Вы знаете, мы не всем слушаем. Тогда, смотрите, у нас здесь есть сведения. У вас есть номер жетона 78-1070? Вот это я не готов сейчас. Пойдемте на пост, посмотрим весь пост и посмотрим дружинника, который работал с жетоном. Работал? Вот здесь нес службу, останавливал транспорт, ходил в форме сотрудника. Занимался уборкой территории. Откуда у него номер жетона? У него жетон. Ну пойдемте посмотрим, у нас есть... Пойдемте с ним поговорим. Я вас прошу пройти с нами. Значит, объясняю. Пояснения нужны какие-то? Нет. Что нужны? Пояснения. Да. Нам пояснения нужны вместе с ним, когда будем разговаривать. Послушайте. Значит, это стажер дружинника. Стажер. Он занимался уборкой территории. Уборкой территории, останавливая машину. Срочно, а так, так это останавливал машину. А почему у него номер жетона? 78-1070. Чей это жетон? Откуда у дружинника? Вы же знаете, что дружинник не должен быть одет в форму сотрудника полиции. Ну, он, знаете, должен быть в жилетке. Когда, значит, несет поблизости рабочий или что, одевается в мерах личной безопасности вот такие. А форма сотрудника полиции? Вот это. Слушайте, а может я буду убирать... А номер жетона и жетон откуда? Ну пойдемте, не было. Давайте посмотрим. Пойдемте посмотрим. А пойдемте, давайте вы, товарищ командир. У нас есть сведения, что данный пост занимается коррупционными действиями. Во-первых, у нас есть сведения также, что командирам отдается в конце месяца сумма со смены по 1000 рублей. С капли, это со смены. 1000 рублей копится и отдается потом командиру. Ну вот. Также у нас есть сведения, что делается из трезвых пьяных. Сейчас я на пост пройду, покажу вам удостоверение свое. Давайте посмотрим. Можно к вам? Ну ладно, расскажите, на каких основаниях у него поддельный жетон? На каких основаниях у него жетон? Давайте так. Да, я слушаю. Значит, если есть какие-то у вас заявления, да, вот сейчас в письменном виде, проводить служебную проверку. Хорошо, человек сейчас находится, был в форме сотрудника полиции, останавливал транспортного средства, был с каким-то непонятным жетоном, которого у него априори быть не может. Я еще раз говорю. Напишите на бумаге. Давайте проверять сейчас надо. А не когда-то ее проверять. А проводить проверку на основании? Ну вот, на основании вашего заявления. И все? У вас, наверное, есть какие-то... Вам не стыдно, товарищ инспектор? Вы врете еще нагло, что он без жетона был. Ну чего вы нам? Ну вы нас за дураков, что ли, держите, я не понимаю. Ну вот вы реально... Откуда взяться жетоном?
скажи. Ну я нормальный давайте человек, я в трезвом состоянии. Хотите, я вам сейчас вдохну? Видеозапись, Дим, покажи, пожалуйста, человек. Покажу, да. Сейчас мы вам видеозапись покажем. Обнаружили сотрудника ДПС с поддельным жетоном. Не сотрудника ДПС, а дружинника с поддельным... Стажера дружинника с жетоном, которого не существует. Или оформлено другого. Да, звонили. Только приехал старший, нам дружинника не показывает. Ну вот, говорит о том, что такого быть не может. У нас есть видеозапись, фиксация все есть. Мы хотим сюда кого-нибудь сотрудников полиции, которые оформили. Вам не стыдно? Вот это вот, смотрите, кодекс чести. У нас сотрудник, у нас приехал старший, который не оказывает нам никаких содействий, который не показывает нам дружинника, который говорит противоположно нашему заснятому видео вообще. Да, весь внимание. Весь во внимание, отлично. Нас остановил сотрудник полиции. Угу. Как выяснилось, данный сотрудник полиции является, кем вы сказали, стажером? Или кем он является? Дружинником. Стажер, дружинник. Мне все равно. У этого человека, был жетон. Этот человек требовал документы. Два. Первое. Откуда у него жетон? Раз. Почему на нем жетон? Два. Почему с какого фига он останавливает? Три. Четвертое. С какого фига он мне обещает удостоверение показать и представляется сотрудником полиции? Объясните мне эти четыре вопроса. Значит, пишите. Что мне писать? Товарищ инспектор. Хорошо, я вас буду сейчас... Сейчас меня будут убивать, вы скажете, пишите заявление. Товарищ инспектор, вы не можете... Что вы маранты-то говорите? 78, номер жетона, 78-10-70. На кого он? Я не могу так сказать. Вы что? Давайте проверим. Вы же можете проверить сейчас. Но он оформлен на кого-нибудь, зарегистрирован за кем-нибудь из вас. И почему дружинник не может сюда выйти и с нами поговорить? Давайте с дружинником пообщаемся. В чем проблема? Вы сейчас усугубляете? Какая так давайте, мы сейчас с ним вместе, он нам скажет, мы что это было. А что вы не хотите написать? А зачем вам записать? Что вы сделали? Вы скажете, что он убирал территорию. Мы, значит, зарегистрировали. Вы скажете, что он убирал территорию. Проверку, да вы это проведете, я понял, да, он убирал служебную территорию, вы нам показал. Теперь 30-го кадра, я понял. Я все понял. 30-й кадр. Что хоть не избивали. И в Колпино на меня не били. Мошенник, я как вот тот инспектор сказал, который у вас сидит. Я мошенник. Приехал, и он приехал с мошенническими действиями в Колпино, и нас избили там. Александр, здравствуйте. Доброй ночи. А? Доброй ночи. Да, вы были по форме сотрудника ДПС с номером жетона 78-10-70. Откуда у вас... Серьезно? Наверное. А вы же нам обещали принести удостоверение, что показать. Вообще? Удостоверение. Я говорю, что вам конкретно? А почему вы были... Подождите, секунду. Объясните, пожалуйста. Давайте почему вы были... одному кто-нибудь. Я один говорю. Если вы снимаете на камеру, представьтесь, пожалуйста, имя, фамилию, отчество, я ваше запишу. И если что-то я увижу о себе в телевизоре, я как частное лицо подам на вас суд. Конечно. Уже частное? Вопросов как нет. Корень, сейчас давайте записывайте. Сейчас я попрошу листочек бумажки. Давайте. Вы кто такой? А вы кто такой, что... Вы со мной разговариваете, и вы знаете, как меня зовут. Александр, вы представились инспектором ГИБДД. Я не представлялся. А почему я должен вам давать свои данные? Почему я вам должен что-то объяснять? А вы объяснять ничего не будете? Все, я вам не обязан ничего объяснять. Давайте, я вам расскажу. Вы не были сотрудником полиции? Я не был сотрудником. Я являюсь координатором сообщества «Синие ведерки» Кокорин Георгий Михайлович. Все. Нет, вы сказали, представьтесь. А вы кто? Я вам представился, вы даже ко мне по имени обратились. Вы нам сказали, что Александр. Вы сказали, ко Александр, мне по имени, да. А дальше как? Все, нет, вы кто? Вы на комментариев давать. Все, вы на посту, ты вообще кем находитесь? Тогда, товарищ инспектор, я тогда тоже здесь. Дружинник, уважаемый. Стажер дружинник. Да. Удостоверение свое покажи. Так а знаешь, что ты? Удостоверение свое. Ты знаешь, что ты? Ты преступник, я тебе серьезно говорю. Удостоверение свое покажи. Ты преступник, который подделал жетон и ходил здесь с жетоном. Я тебе серьезно говорю, ты преступник. Ну что ты мне предъявишь что-то? Ты преступник самый настоящий, понял? На вы разговариваете. Да какой я с ним на вы? Ему в тюрьме надо сидеть, а не на вы с ним разговаривать. До свидания. Я надеюсь, мы тебя привлечем к ответственности уголовной, понял? Со мной судьи встретимся. Я очень на это надеюсь. Кто такой? Фамилия? Слушай, нам разговаривать уже бесполезно. Нет, здесь банда. Документ любой, то, что он стажер. А то, что он не бандит. А нам все уже понятно. Леша, поехали теперь отсюда. Ребятки, будьте там, пожалуйста. Не ребят. Господа. Мы граждане. Граждане. В общем-то, тут все понятно. У меня женщины не говорят. Мужчины не говорят. Все тогда, товарищи инспектора, мы вам желаем всего хорошего. Спасибо большое. И надеемся, что вы больше не будете этим заниматься, чем что занимались.